Итак, ребят, всем привет, и мы продолжаем проходить Assassin's Creed Rogue. Итак, следующая у нас миссия находится вот здесь вот. Давайте-ка переместимся, ребята, в Северную Америку. Разговоров, как видите, нету. Поймать ветер! Ветер пока не видишь, потому что... От ветра! От ветра! Отдать гроты! Отдать гроты, парни! Отдать все! Вперед! На всех парусов! Нью-Йорк. Так. А, куда нам? Собственно, идти-то. Но нам нужно идти, между прочим. О, тут есть, оказывается, еще одна. Тут точка обзора, я не знаю, я не синхронизировал по каким-то причинам ее. Но это я исправлю. Упустил ее, короче говоря. В общем, сейчас помешаемся в Нью-Йорк. Встретимся уже... Ой, в Нью-Йорк говорю. Поближе к заданию, но продолжим уже, когда буду начинать. Ну что ж, я уже перемещаюсь ближе к заданию. Держи друзей рядом. А, мастер Кормак. Слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин. Тот, ученый? Вы знаете о нем? Что ж. Он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Хоуп, прошу, только не ты. Hey, hold a moment. Шей, я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне.
А, не могли бы вы известить мисс Хоу? Конечно. Боже, Хоуп, что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри. Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Кормак? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений – это запах пороха. Вы правы, полковник. Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек. Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. Гранатомет, это новое оружие для дальнего боя. Позже это различные типы боеприпасов со снотворным ядом, берсеркой или обычной гранатой. Вы можете по гранатам ваков или изготавливать их самостоятельно. Или же отсюда брать... Дверь можно взорвать гранатами. Прекрасно. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, которым можно отравить полгорода. Ясно, займусь этим. Осторожно, мастер Кормак. Эти ингредиенты крайне нестабильны. И хорошо. Эта штуковина может помочь мне разрушить все. Спит.
Сейчас, подожди. Хорошо, я сейчас подожди. Тра-тра-тра. Фак. Там трое человек было как раз. Я трех человек искал. Окей, хорошо. Эта штуковина может помочь мне разрушить все. You have no business aloft. See the dumb toad again? Let's catch him! Троих надо найти. Здесь странно, что вы спите хоть на гранат. Yeah.
сейчас, наверное, их фиг найдешь. Благовременно это просто не будет. Нужно выбираться. Или мне конец. Просто задания это легкие, просто, ну, как бы, не попадались что-то внутри охранника, ни хрена. А, славно потрудились, капитан. Дым было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шей, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас. Да-да-да, не всех охранников. Ну, блин, надо, чтобы они вместе стояли, эти трое охранников. Полковника. Мастер Кормак, простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. В вас я уверен. Я отбываю в Форт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Капитану штурвала! Нет времени, Гист. Полковник в опасности. В смысле в опасности? В форте Уильям Генри. Его вот-вот возьмут. Все по местам, вестельники! На позиции! Поднять якорь!
что, может быть, форт захвачу? В общем, я хочу форт захватить, ребят. Мы с вами продолжим уже около миссии. Я думаю, так. Продолжим уже там. Хотя... Представляешь, с тех пор, как мы встретились, прошел год. Целый год. Столько перемен. Все к лучшему. Целый год. Гис, скажи мне вот что. Давно ты узнал о том, с кем я имел дело раньше? А, ты про ассасинов. Я 100 лет назад узнал. Я, может быть, и пьяный, но и слепой же. Думаешь, я не видел, что ты бежал от какой-то кровавой истории? Но почему ты молчал? Так полковник просил не трогать эту тему, чтобы... Ты мог делать выбор сам. Ты спас мне жизнь, наплевав на осторожность. Будь у меня я тамплиером, там... А кто может сделать? Монро говорил про магистра. О, да. Великий магистр в колониях. Вы и поладите. Его отец был ассасином. Тогда нам будет о чем поговорить. Есть новости из форта Уильям Генри? Гарнизон окружен. Подкрепления так и нет. Но генерал Монкальм освободил путь через колонии для короля Люба. Сидел бы дома со своей женщиной. Он или король? Оба. Но король, пожалуй, в этом удачнее. Да, слышал. Мадам О'Мёрфи роскошная. О'Мёрфи? Любовница короля? Что ты мне голову морочишь? А, ладно, пофигу. Перемещаюсь в Северную Америку. Вот это ветер, капитан! Отдать гроты! По ветру! Отдать! Марселя, промселя, отдать! Кто-то намекает, что у нас там? Ярче. Я думал, может быть, что-то подать, чтобы денег появилось, но нет. Походу нет, без этого. Еще парусов! Да, запивай! Наполни каждый дюйм! Кстати, а может быть это... Видишь поближе переход? Нет. Ну, вернее, есть, но только вот сюда. Ладно. Встретимся в таком случае около задания. Хотя, давайте, ребята, на этом закончим. Продолжим уже в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.